к слову об этой статистике. Марин шайбы. Передача Жафярову. Кистевой бросок. Гол. Вот это попадание. 2-0. Дамир Жафяров. Сам не может поверить. Удивленное лицо Дамира. Удивленное, но в то же время счастливое. Очень важный гол. 3 очка в матче с ЦСКА. И очень важный гол сегодня забивает Дамир Жафяров. Но вот по такому матчу отыграть 2 шайбы минчанам будет крайне сложно. Тем более времени совсем немного. Там около 11 минут до конца третьего периода. Отличный трафик. Агустино, Миле, еще 2 игрока минского «Динамо» перед своим вратарем. Попробуй там разгляди эту шайбу. Ну и попадает Жафяров очень здорово. В левую, ну не в девятку, да, чуть ниже шайба полетела. Но обратите внимание, абсолютно статичен Рыбар. Он перекрывает большую часть ворот, он играет по позиции. Но шайбу эту он обнаружил, когда она вылетела там из-под 3-го игрока, из-под 4-го. Дернулся немножко, но было уже поздно.